Гонки с полицией, видимо, входят в моду. Напомню, в конце мая сын вице-президента Лукойла с друзьями несколько часов уходил от полицейской погони в Москве, нарушив при этом десятки пунктов правил дорожного движения. Накануне в Иркутске 15-летний школьник на папиной машине также устроил гонки по центру города. Свидетелями погони стали сотни иркутян, которые возвращались с салюта в честь Дня города. Белую «Волгу» заметили еще в 15 километрах от столицы Прибайкалья. Требование остановиться водитель проигнорировал, началась погоня. К ней подключились десятки экипажей. В ходе погони стало понятно, что за рулем и в салоне подростки. В связи с этим было решено не применять табельное оружие и продолжить преследование. Водитель игнорировал знаки, выезжал на встречную полосу. В конце концов, горе-водителя задержали. Подросток будет поставлен на учет в полицию. Родители привлекут к административной ответственности.